допустил священнику. Быть грешным. Какой бы ни был батюшка грешный, даже если ему уготовано в огне гиенском гореть, только через него мы можем получить разрешение от наших собственных грехов. Старец Серафим Вырицкий. Только священнику Бог дал право проводить таинство исповеди и читать разрешительную молитву. Никому из сил небесных это не дано. И Бог попустил священнику быть грешным. Ибо грешный священник лучше поймет грешного человека. Святитель Иоанн Златоуст. Миряне, почитайте ваших священников. Если вдруг тебе придется встретить священника и царя, посади священника выше царя, а если священника и ангела, поприветствуй сначала своего батюшку, ибо священник по должности своей выше ангелов. Святой, равноапостольный Косма Италийский. Слушающий вас меня слушает, и отвергающийся вас меня отвергается, а отвергающийся меня отвергается пославшего меня. Евангелие от Луки, глава 10, стих 16. Кто почитает священника, тот будет почитать и Бога. А кто стал презирать священника, тот мало-помалу дойдет и до оскорблений Бога. Хотя бы священник был и неблагочестив, но Бог, видя, что из благоговения к нему ты почитаешь даже и недостойного чести, сам воздаст тебе награду. Святитель Иоанн Златоуст.